Благодаря электричеству наша жизнь стала более комфортной. Это знают все. Чтобы продолжать наслаждаться всеми его преимуществами и при этом экономить, важно делать несколько простых вещей. Зимой, когда холодно, потребление электроэнергии увеличивается, потому что мы используем немало электричества для обогрева дома. Именно в это время важно сделать расход электроэнергии более эффективным. Кондиционер является наиболее выгодным и эффективным способом обогрева дома зимой. Фильтры кондиционера рекомендуется прочищать перед наступлением зимы для того, чтобы его работа была более эффективной. Рекомендуемая комнатная температура 20 градусов. Каждый дополнительный градус увеличивает потребляемую кондиционером электроэнергию в среднем на 5%. При обогреве комнаты закрывайте двери и окна, чтобы тепло не выходило. Поток теплого воздуха из кондиционера направляйте вниз, чтобы он распространялся по комнате наиболее эффективно. Рекомендуется установить таймер для бойлера, чтобы нагревать воду только тогда, когда вы собираетесь ей пользоваться. И самое важное, выключайте свет и электроприборы, которыми вы не пользуетесь. Всегда с вами Хеврата Хашмаль.